Как вы знаете, наши оценки были даны в заявлении Министерства иностранных дел от 14 апреля текущей ситуации. Они были ретранслированы также еще международному сообществу в ходе заседания Совета Безопасности ООН на этот счет. В дополнение хотела бы подтвердить, и здесь мы выступаем с единых позиций с Пекином, что в условиях сложившейся взрывоопасной ситуации нужно проявлять максимальную сдержанность. Мы настойчиво призываем все вовлеченные стороны вести себя крайне ответственно, воздерживаться от действий, которые могут вывести ситуацию из-под контроля и повлечь за собой непоправимые последствия вплоть до масштабной войны. Что касается публикаций об американо-израильских контактах, то я бы, конечно, рекомендовала вам задать эти вопросы Соединенным Штатам Америки, но после призыва президента Байдена к Израилю не наносить удары по израильскому городу Хайфа, я вам не рекомендую обращаться к США за разъяснениями. Они вас могут только запутать.